Привет вам всем. Барабаны Олесис электронные. В общем-то, проблемка с бочкой. Тут ее пытались как-то модернизировать. Что-то триггер неуверенно работает. В общем, будем разбираться. Чтобы исключить родной кабель, возьмем джек-джек провод обычный и сымитируем. Тишина. Ну что, будем разбирать датчики, я думаю. Навернул тут человек какие-то чудеса. Что, какие-то вот самодельные какие-то подушки. Ставил что-то в центр. Все поразломал. Думаю, что нужно датчик поменять на новый, на более могучий и более надежный. Ну вот так выглядит установленный новый датчик вместо того сиротского, что стоял. Его потом подключим и здесь его замонтируем. Вот этот узел пришлось восстанавливать, его как почему-то в каком-то бешенстве покусал предыдущий владелец. И он немножко поролон тут. Я думаю, на звуке это никак не скажется. Чисто эстетические, в общем-то, тут повреждения. Но нога, на ноге глаз нет. И я думаю, что потом я его так склеил и думаю, что будет нормально. Ну, проверим сейчас. Ну, теперь можно и проверить. К сожалению, в правом углу экрана у меня нету барабанов. У меня там есть гитарный комбик. Нажав на него, вы можете подписаться на обновление. Также нажимайте на колокольчик.